Здрасте. Здрасте. Нате. Спасибо. Хочешь удивить свою девушку или даже несколько девушек? Красную или синюю. Тогда угости необычными сладостями из магазина «Мармелад Шоу». Это очень кисло. Капец вообще. Здесь очень много сладких, вкусных приколю. Маршмеллоу. Так мечтала это попробовать. Маршмеллоу. Маршмеллоу. Кока-кола черри. Удобный заказ, быстрая доставка по всей России, магазин в самом центре Москвы. Ты закажи необычные сладости уже сейчас, а по промокоду на экране получи скидку 10%. «Мармелад Шоу», магазин необычных сладостей, ссылка в описании. А можно я эту штучку себе заберу? А что мне за это будет? Ну ладно, забирай. Шикадым, шикадым, с вами я, и это «Турецкие каникулы». Bir de baktım ki o da ne sürü sürü bir sürü çile. Самое классное, что в Турции шведский стол, и можно кушать сколько хочешь. Seni gidip de kıran yılanı derinden çıkaran kaderim püsküllü belam yakalarsam. Ой, капец. Seni gidip de kıran yılanı derinden çıkaran kaderim püsküllü belam yakalarsam. Я там такой кебаб накакал. Вы бы видели. Шикадым, шикадым. Многие девушки ездят в Турцию, чтобы найти себе парня на одну ночь. Сейчас я воспользуюсь этим шансом. Итак, охота на самочек началась. Что-то, по-моему, здесь слишком крупная рыба для моего червячка. Но ничего, хоть пообщаться будет с кем. Какой симпатичный малый. Пойдем на номера. Я гулял по пляжу, и со мной увязались два местных. Наверное, это хулиганы. Не бьемся, я не. Фотографии 5 долларов надо! Опа! Сейчас, да, уходи. Чуть-чуть выше руку. Вот, прям идеально.